Деревья в пятницу сажали на территории еще одной больницы, на этот раз муниципального уровня. Возле горбольниц номер 6 областного центра заложили аллею дубов и декоративных кустарников кизильника. Акция прошла в рамках проекта «Мой дуб, моя история». Он стартовал в прошлом году. Уже посажены десятки деревьев у Академии ВКО на Волоколамском проспекте, в парке Тьмака, в городе Ржеве, Торжке, а также в Торжовском районе. Школьники Верхневолжья выращивают из желудей саженцы, которые в скором времени украсят города региона и превратятся в аллеи. В акции приняли участие депутаты Тверской городской думы, члены общественных палат, общественники, а также молодежь. Я думаю, вот это как раз тот случай, когда мы собираемся по хорошему поводу. Поэтому всем огромное спасибо. Ну и, как говорится, пройдут годы, я человек уже в возрасте, уйдет время, а дубы-то останутся. И кто-то скажет, когда-то люди этим занимались. Может, я ничего сделал хорошее. А значит, будут дубы, будет что-то еще. Вот сейчас тут кизильник посадили. Это прекрасная традиция, которая будет обязательно продолжена в нашем учреждении, потому что в медицинском учреждении должно быть комфортно пациенту не только внутри учреждения, но и снаружи.